Всем привет, с вами Нинель, Кэлла. Микки сейчас в кадр, наверное, полезет. Смотрите. Купили вчера Кэлле диван вот такой. Я настояла, потому что Джип говорит, ну что такое, у собаки, вот она только на этом нашем диване лежит, в Family Room, и лезет на кровать спать. У собаки нет своего места. Гляньте, как она следит за моей рукой, где у меня трит. Трит. Вкусняшка для нее. Вчера купили, репетировали с ней, чтобы она залезла на этот диванчик. Потому что, когда я на пол ставлю, она не хочет лезть. А здесь вот она обычно лежит в этом углу дивана. И я ей ее место новое поставила. Просто мы должны отправиться в поездку. И снова собак отправляем в отель собачий. Я не знаю, какое они там ей место дают. Но я давала по 2 полотенца махровых больших. Думаю, мало ли, вот так вот, может, там и нет места. Я хоть видео и делала об этом отеле, но когда я попросила показать, в каком номере собаки, мне не разрешили уже. Короче, у них там свои секретики. А Микичке-то имеет свое место. И всегда получается, знаете, такое дискриминация, неравноправие. Микочка с местом со своими покрывальцами, а Кэлла только с 2 махровыми полотенцами. Ну, я тебе говорю, давай, потому что, ну что, уже пожилая дама, что она на полу, если вот она на полу на полотенцах лежит, это ж нехорошо. А этот матрасик, он ортопедический. Кэлла, мув. Кэлла. Вот, смотрите, вот такой вот матрасик. Стоит он 35 баксов, размер L. И вот она уже залезла, посмотрите, чтобы я ей дала вкусняшку. Кэлла, сит. Сит. Кэлла, сит. Сит, Кэлла. Кэлла, сит. Мне не хочет. Она как-то Джей слушает, меня не слушает. Вчера он ей сказал сидеть, она села. За свои 20 лет у девочки не было своей кровати никогда, своего места. Она не знает, что такое единоместо, в отличие от Микасика. На. А сейчас вот Микасик потянется. Мики! Микитики! Видите, моя собачулька? А что ты такая лохматая? А что ты такая лохматая? Вроде я тебя причесывала сегодня. Кэллочка, ты довольна новым своим спальным местом? Не знаю, что там внутри такое. Какие-то бугорочки какие-то. Ну, думаю, вот такой размер. Для ее немолодого тела. Думаю, то, что надо. Made in China. Ну, что-то я не поняла, что там внутри. Девчонки, смотрите, может, вы понимаете. Стирать можно. Чем наполнено, я не знаю. Этот диванчик. Кэлла, I'm here. Микки, а ты иди вот на диванчик, Кэлли. А как Микасик залазит к Кэлли в кровать? А ну-ка, давай, Микасик, а ну-ка, залезь к ней в кровать, к этой старой деве. А ну-ка, пошухарите вдвоем. Старая дева и старый, кто ты? Старый пень 9-летний, который мальчик доселе. Доселе мальчик. Микасичка, да? Все. Вот такая покупочка. А на ночь я ставлю в комнату на пол. Но она лезет на кровать. Наглая такая собака. Наглая и неприученная. Тоже по-красивенькому поедем этот раз в отель. Уже и Микочка со своим местом, и Кэллочка со своим диванчиком. Смотрите, как Микочка служит. Как Микочка служит. А как Микочка служит. Ай, тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. А литатуськи-татуськи-тятюнь. Ай, тюнь-тюнь-тюнь, литатуськи-тятюнь. Ич! Ну, типа лопух, он ее уронила. Ич! Кэлла, сит. Сит, Кэлла, сит. Микки, сит. А, пожалуйста.
Кайла тоже английского нифига не знает. Как и ее хозяин. Нюмикасичка. Все, всем пока.